Саженцы хосты гибридный стинг, когда распустятся полностью, будут иметь невероятно декоративную глянцевую листву. На каждом листе расположена желтая центральная часть с салатовыми краями. В высоту стинг достигает 35 см, а в ширину может разрастись до 70 см. Цветет кустарник высокими цветоносами, на которых распускаются небольшие сиреневые цветки. Декоративные хосты отлично смотрятся в сочетании с другими растениями в красивых композициях. При этом растению необходимо обеспечить обильный полив и полутень. Хоста гибридная стинг – это многолетнее растение. Цветок лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок, прудов, миксбордеров, ракариев, газонов. Хоста прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для влагоемких почв. По типу ствола хоста гибридная стинг можно отнести к группе низкорослые. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. В качестве места выращивания хосты прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает хоста гибридная стинг в месяц июль-август. Лист этого прекрасного растения по форме заостренно-овальный. Обратите внимание, что хоста гибридная стинг – самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.